За что задержана сотрудниками полиции? За то, что заехала в парк, на территории парка. Какого парка, когда? Парк Филиппова сегодня вечером, пока снимали социальный ролик. Ролик для Инстаграма, так как я блогер, снимали юмористический ролик. А цель этого ролика какая была? Юмористическая, что якобы мы богатые ребята с КВНщиками собрались покататься, взяли в аренду машину и сняли такой ролик. За рулем вы находились? Да. Автомобиль вам принадлежит? Нет. Вы где-то работаете официально? Нет, я блогер. Но вы знали о последствиях? Последствия такие по причине того, что выложили в сеть люди, которые были рядом. А так, в принципе, это обычное административное нарушение. Я заехала на бордюр на неположенной части и заплатила административный штраф. Вы знали о том, что вы могли кого-то травмировать или еще что-то? Нет, мы не заезжали на территорию, где находились дети, и мы никого не могли травмировать никак.